Сегодня душно, жарко, перед грозой. Дети все переругались. Жан, пошли горох подвязывать. Пойдем. Пошли. Пойдешь со мной? Вставай, пойдем. Че кричать-то зря? Нет, у тебя одна осталась. Кричат по каждому пустяку. Наверное, спать хотят. Вы, наверное, спать хотите? Ну, давай, давай, пойдем. Сейчас Егора пример будет брать. Шаг вперед и два назад. Да, Жан? Нет? Не будешь скандалить больше? Что скандалила-то, девушка? Ну? А что, виновата? Играть хотела. А тебе говорили в экран пальцем? Тыкать нельзя. Нужно аккуратно быть. Техника такая. Видишь, у меня он тоже телефон. Все. Кирдык его скоро будет. Так, а вы чего там зависли? Вы давно уже играете? Нет. Минут 10. Ну вот еще 10 минут и хватит. Егору нельзя долго в телефон смотреть. Да, вот иди, Егор. Ему... Не иди, Егор, а 10 минут и все. И чем-нибудь другим занимаетесь. Пойдем же горох подвязывать. Пошли. Папа у нас сетки москитные ставит.